Всем привет! Сегодня мы будем плести с вами вот такого вот крабика мини-амигуруми. Нам понадобятся ножницы, леска 0,22 мм, а также бисер красного цвета и черного цвета для рта и бусинки 4 мм для глаз. Отрезаем леску, я взяла просто на глаз, рассказывала, как нарастить леску в видео про жабку в первой части. Набираем 5 бисерин и проходим вторым концом в 2 последних набранных. Далее складываем концы вместе, чтобы плетение было на середине лески, и затягиваем. Вот так вот у нас должно получиться. На правый конец набираем одну бисеринку, на левый конец набираем 3. Вторым концом проходим в 2 последних набранных. Затягиваем. На правый конец набираем одну бисерину. На левый конец набираем 2. И проходим в последнюю набранную. Вот что у нас должно получиться. Далее на правый конец мы набираем 4 бисерины. Проходим в последнюю набранную. Вот что у нас получается. Далее левым концом проходим в следующую бисеринку. Вот она у нас. Теперь леска выходит из 2 бисерин. Теперь набираем на правый конец 3 бисерины. Вторым концом проходим через последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую красную бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины, проходим в последнюю набранную. Далее левым концом проходим в следующую красную бисерину. На правый конец мы набираем 3 бисерины и проходим в последнюю набранную. Вот так вот у нас должно получиться. Левым концом проходим следующую красную бисерину. На правый конец набираем 3 бисерины и проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 3 бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины, вторым концом проходим через последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую бисерину, а также через бисерину этого ряда. Вот так вот получается, через 2 бисеринки мы проходим. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную. Вот так вот у нас должно с вами получиться. На правый конец набираем 3 бисерины, проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим вторым концом в последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 красную и 1 черную бисерину. Проходим в последнюю набранную. Вот так вот у нас должно получиться. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 1 черную и 1 красную бисерину. Проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисеринку.
На правый конец набираем одну черную и одну красную бисерину. Проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 черных бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисерину. Это у нас будет обычный крестик. На правый конец набираем 2 красных бисерины и проходим в последнюю набранную. Далее плетем точно такие же крестики и встретимся с вами вот в этой бисеринке. Итак, вот у нас осталась одна бисеринка. Теперь левым концом проходим в эту бисеринку следующую и бисеринку этого ряда. Вот так вот. Набираем одну бисерину на любой конец, вторым концом проходим через нее. Следующий ряд у нас будет состоять из обычных крестиков красного цвета. Сейчас я вам покажу, как начать ряд, сделать один крестик и затем как закончить. А так будете плести сами. На правый конец набираем 3 бисерины и вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим следующую бисерину. Это у нас будет обычный крестик. На правый конец набираем 2 бисерины. Вторым концом проходим в последнюю набранную. Плетем так до конца ряда. Я вам уже показывала, как завершать ряд, но покажу еще раз, когда мы будем с вами снова вот этой вот бисеринке. Вот что у нас с вами должно получиться. Теперь левым концом проходим в следующую бисеринку и в бисеринку этого ряда. Набираем одну бисерину на любой конец, вторым концом проходим через нее. Вот что у нас получается. Теперь на правую сторону набираем 3 бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим через следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную.
Левым концом проходим через следующих две бисерины. На правый конец набираем 2 бисеринки и проходим в последнюю набранную. Вот так вот у нас должно с вами получиться. Левым концом снова проходим через 2 следующих бисеринки. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим вторым концом в последнюю набранную. Далее делаем 3 обычных крестика, левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На второй конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующую бисеринку. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим в последнюю набранную. Вот что у нас с вами получается. 3 обычных крестика. Левым концом проходим через следующих 2 бисеринки. На правый конец набираем 2 бисерины, вторым концом проходим в последнюю набранную. Левым концом проходим в следующие 2 бисерины. На правый конец набираем 2 бисерины и проходим вторым концом в последнюю набранную. У нас с вами осталась 1 бисеринка. Левым концом проходим через следующую бисеринку, вот она у нас. И в бисеринку этого ряда. Набираем 1 бисерину на любой конец, вторым концом проходим через нее. Первая часть головы у нас с вами готова. Набиваем нашего краба ватой. Теперь правым концом проходим в 3 бисеринки. В вот эту и вот эту. Для удобства поворачиваем наше изделие и набираем 2 бисеринки.
Проходим через них вторым концом. Далее правым концом проходим через следующую правую бисеринку. Левым концом проходим через следующую левую. Вот что у нас получается. Далее набираем еще две бисеринки. Вторым концом проходим через них. Теперь добиваем нашу игрушку до конца, она должна быть плотной. Правым концом проходим через следующие три бисеринки. Левым концом через одну левую бисеринку. Хорошенько затягиваем. Далее завязываем 3 узелка и обрезаем концы. Переходим к глазам. Вот у нас есть 6 бисеринок. Вот они. И вот у нас 5 бисеринок. Проходим вот в эту бисеринку. Тут у нас пятерочка, тут пятерочка, и вот у них общая бисеринка. Набираем одну черную бусинку. Вторым концом проходим через нее. Вот так вот у нас получается. Далее набираем одну бисеринку. Вторым концом проходим через нее. На правый конец набираем 2 бисеринки. И этим же концом мы проходим через нашу бисеринку на голове. Вот она у нас. С левым концом делаем то же самое, набираем 2 бисеринки и проходим через бисеринку на голове. Все затягиваем. Вот такой вот у нас должен получиться глазик. Теперь переворачиваем нашу фигурку и выводим леску через бисеринки, чтобы концы у нас встретились. Правым концом проходим через вот эти 3 бисеринки. Левым концом через одну вот эту. Вывели концы лески. Теперь завязываем 3 узелка и обрезаем концы. Второй глаз делаем точно так же. Леской проходим через вот эту вот бисеринку. Она общая вот этих вот двух пятерочек. Вот у нас наша шестерка, пятерочка и вот бисеринка, которая нам нужна. Переходим к клешням. Вот у нас есть пятерочка и вот бисеринка. Можно от рта отсчитать. Вот, проходим вот сюда. Теперь набираем одну бисерину, вторым концом проходим через нее. Далее набираем 3 бисерины на один конец, вторым концом проходим через все 3 бисеринки. Затягиваем. Теперь каждым из концов проходим через вот эту вот бисеринку.
Вот так вот у нас должно получиться. И теперь проходим через бисеринку на теле. Каждым из концов. Переворачиваем наше изделие и выводим леску, чтобы концы у нас были рядом. Вот так вот у нас два конца лески встретились. Теперь завязываем три узелка и обрезаем концы. Вторую клешню делаем точно так же. Вот наша пятерочка. И вот можно также от рта отсчитать. Один крестик и вот наша бисеринка. Плетем точно так же. Переходим к лапкам. Вот у нас есть низ и три крестика. И тут у нас есть пятерочка. Нам нужно с вами сделать три лапки с каждой стороны. Одно будет вот здесь, вторая вот здесь и третья вот здесь. Сейчас я вам покажу, как делать одну, остальные сплетете сами. Итак, проходим через нужную бисеринку. Далее набираем одну бисерину, вторым концом проходим через нее. Набираем еще одну бисеринку. Вторым концом проходим через нее. Вот такая вот ножка у нас получилась. Теперь каждым из концов проходим в предыдущую бисеринку. Хорошенько затягиваем, чтобы наша лапка была ровной. Далее каждым из концов проходим через бисеринку на теле. Теперь выводим наши концы лески вот сюда. Вот тут у нас проходим левой леской вот через эти две бисеринки и правой. Завязываем узелки. И далее делаем точно такие же лапки на вот этой бисеринке и на вот этой. С другой стороны плетем ножки точно так же. Вот наши три бисеринки. И вот та, которая нам нужна на вот этой вот пятерочке. Будем делать одну ножку вот здесь, одну здесь и одну вот здесь. Делаем точно так же, как и вот эти. Вот такой вот веселый крабик у нас с вами получился. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм и тикток. Ссылки в описании. И всем пока!